17 февраля в 19 часов в эфире телеканала «Восток-24» состоится прямой разговор с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Вопрос Олегу Кожемяко сможет задать любой желающий. Оставить его можно под анонсирующим постом в инстаграм-аккаунте губернатора. Впервые организаторы проекта «Прямой разговор» создали телеграм-чат, где тоже можно рассказывать о волнующих проблемах и темах. Самые актуальные прозвучат в эфире. Во время прямого эфира губернатор региона ответит на самые актуальные злободневные вопросы из жизни края.